Всем привет, мои дорогие друзья! Да, я вернулся. Сегодня мы с вами тут поиграем такую игру, как Bleed Memory Infinity, как она там называется, Bleed Memory Infinity. Это полноценная версия игры от китайского разработчика-одиночки, который сделал игру просто вот... просто вау сделал игру. Ну, она как бы короткая, но она просто безбашенная игра, реально. Вот просто шутер такой жесткий. Ну, не жесткий в смысле, а жесткий в том смысле, что она просто, ну, очень графонистая, во-первых, игра. Не знаю, у меня... Не знаю, какая у меня тут настройка графики стоит, но я играю через Steam, у меня лицензия куплена. Вот. Еще давно. Ну, как давно? Не так давно. В общем, давай сейчас посмотрим, что вообще из себя эта игра представляет. Я в нее не играл. Давайте пока простую выберем. Это будет, естественно, слепое прохождение, но мне кажется, тут в основном ничего такого сложного, суперсложного зависло. А, нет, не зависло, фу, слава богу. Я надеюсь, что это сейчас пишется, потому что как бы это первый мой спустя несколько там месяцев игра через Steam. Как бы у меня в Steam и там игр много, но игр так много. Мне в Гоге много игр, в Юплее там у меня есть парочка интересных проектов. В Ориджине. Но я пользуюсь не Ориджином, а EA App, то есть новым приложением EA, которое там после Ориджина вышел, вот по этой версии, я вот получше. Потому что Ориджин сейчас отключен, можно сказать, от России. И вообще, в принципе, они его даже... Вообще даже практически его отключили и перенесли все практически свои игры туда, в EA Understood. I'll contact the closest airfield and head out immediately. Короче, ребят, игр будет много, готовьтесь. И не только компьютерных, кстати. Только пока. I'll contact you again later. Breaking news. An abnormal weather event has been observed in the sky approximately 20 kilometers outside of the city. Due to these conditions, the fireworks show has been canceled. Так, пока вроде нормально идет, не лагает. Ролик нормально идет. Комп нормально реагирует, но просто за компом тоже следить надо, эта игра все-таки Crysis. Crysis 21 года, так сказать. Вот. Стандарт графики она, так сказать, установила. Именно в шутерах я не могу сказать. Even we here at SRO can't hold a candle to these guys. So if they showed up, that means there must be more to the situation than it seems. I've locked in the flight coordinates. We'll be arriving at the designated airspace in 10 seconds. Follow your instructions. Activate the warp drive. 3, 2, 1. Activate! Давай! Ой, блин. Нифига себе! Sky is full of thick clouds, and we've got strong winds and lightning. Everything is fine for the moment. No issues. Begin preparations for descent. Подожди, стоп. Стоп, стоп, стоп. Сейчас я... Ага.
airspace. The sky is full of thick clouds, and we've got strong winds and lightning. Everything is fine for the moment. No issues. Begin preparations for descent. Нифига себе. You can see a massive black hole up ahead. A black hole. Understood. I'll inform the other team members. For now, find a safe place to descend. Просто охренеть. Roger. Вот такой мини-пролог. General Luth's vanguard has been spotted near the drop site. I'm sending Wake your way for backup. Go rendezvous with him. As for that black hole, we don't have enough info. We're counting on your intel. According to satellite intel, General Luth's unit has already landed. Watch out. Так, вот сейчас мы уже будем стрелять и драться. Shelia, this is Wake. I'm headed to your coordinates now. What's the situation? I'm doing all right. Okay, I'll contact you again later. Shelia, any anomalies with the black hole? It swallowed up a whole mountain. But apart from the rain, there's nothing unusual over here. The theory of relativity states that the greater the mass of an object, the more it slows down, the slower time. That means the time in that area must have. Shoot me! Cover me! Вот меч, кстати. Даже так можем. Так, так. А, вот меч. Это катана даже больше не меч. Так, сейчас, наверное, научимся. Чего? А. А, вот. Это так. Это типа отражать выстрел можно. РБ надо нажать. Ну и естественно, чтобы эту игру лучше играть на геймпаде, потому что это. Все-таки хоть и шутер, но он очень такой динамичный, супер динамичный, который вот надо много кнопок нажимать одновременно тоже. Блокировать пули, это, конечно, круто. Классно. Так. Что?
Shelia. We got several hostiles headed your way. Roger. А ну иди сюда. Так, РБ. Для отражения, да, вот. Блин. Так, белая шкала здоровья врага обозначает их защиту, броню, пока защитная броня сохраняется эффективно, нанести урон не получится. Когда тебя атакуют, нужно удерживать РБ для отражения атаки, особенно защиты брони. Давай. Блин, подожди, блин. Вот так хотя бы. О, добивание ему. Фаталити. Еще один. Это один и тот же, по-моему. Magnetic field is unstable. I can't get a lock on your signal. Wake should be arriving in the vicinity. You're gonna have to rely on him. Understood. I'm currently heading toward the black hole. General Lin has a huge team with him, so it may take some time since there's the possibility of an encounter. Okay. Report immediately if anything happens. Особая амуниция, да. Амуниция, оружие может быть обнаружено где угодно. Иногда также попадается особая амуниция. Нажми для переключения режима стрельбы и выбора особой амуниции. А, вот, да. Вот так получается. Есть, да. Вот. Shoot me! Она нифига себе. Что, понравилось? Нет.
идем спать. Коробка. Уничтожь определенные коробки, чтобы получить реликвию. Собери 10 реликвий, чтобы создать реликварий. Ты можешь использовать реликварий, чтобы улучшить свои навыки. Рука с оружием. А, ну это пробежи по стене, что ли, называется? Ё-моё. Оба-на! О, молодец! Было. А, сбежать через окно. Давайте как-нибудь еще посмотрим. Тут что-нибудь еще есть. Нету. Director Chen, an airliner engulfed in flames just passed overhead. According to the satellite data, that area is experiencing strong electromagnetic interference. Be careful. The village is flooded, and there are high voltage lines still in the water. How do I get to the opposite shore? Well, your power unit contains a particle wire ejection system. Give me a minute while I remotely unlock. Подождите, а можно...
что-нибудь улучшит мне. Так. Не хватает. Ладно. Давайте пока тогда закроем это. Ой! Это что было вообще? Блин. Там же ток. Подожди. Вы серьезно, что ли? А, тут вот что есть, оказывается. Крючок. Так. Нафиг. Еще один. Shelia, there are several enemy ships closing in. What should I do? The ship's armor is weak. You should be able to stand. Two more just appeared. Cross over to the opposite shore as soon as you take it. I'll handle it. Да идите вы нафиг. Река что-нибудь есть, давайте посмотрим. Нету. Ладно, не будем рисковать. Once you've landed, you should be able to see General Lin's vanguard. Все, разрушаем тут, потому что бонусы могут быть, навыки.
Вот эта штука. Дробовик, что ли, такой? Ладно, я пока с этим похожу. Уже с автоматом. Director Chen, there are just too many hostiles. No problem. Wake will back you up. Huh? Wake signal flare? Yeah, they'll be focusing on the signal flare. Now is your chance. Roger, I'll take care of this now. Shelly, come on! Hold on! Вы серьезно? Director Chen! Director Chen, do you read me? Lost the signal. О, отлично. Больше выпадает. Слышите, рыцарь? Реквием. Нет, это я уже понял. Ё-моё! Вообще мало этих патронов. Director Chen, this is Shelia. What happened? I ended up in this strange space and was attacked by some kind of ancient soldiers. Are you okay? Yes. Давайте-ка посмотрим, может быть, что-нибудь можно уже улучшить. О, можно. They headed off toward the source of the signal flare. That's a strange phenomenon. I'll let the others know. Ух ты, реликвии могут быть найдены в различных местах. Ты можешь использовать реликвии, чтобы улучшить свои навыки экзорука, световой клинок и оружие. Не разбивается. Разблокируй навыки. Что здесь? Можно разблокировать. Не-не-не. А, ага. Понял. Оружие. Давайте рука, экзоскелет попробуем сначала. Все-таки рука мне как-то даже больше нравится, чем оружие. Хотя все мощное, все надо разбивать, прокачивать. Ну
Черт, блин. Я хотел там допрыгнуть туда. Блин, здорово. Теперь можно попробовать. Опа! Отлично. Опа! Тихо. Вот теперь можно туда еще прыгнуть. Опа! Ё-моё! Нифигашеньки себе. Ты чего? А, нет. Тихо. Satellite data confirms that the black hole is generating an anti-magnetic pulse wave. You may have been teleported by a strong pulse wave. Wake moving in on general recommended parts. Rendezvous with an attempt to get outside your area. Как вам это нравится, скоты? Добивания тут нет. Здесь они простые. Плохо ищу, что называется. Оба-на! Thank you.
Ой, достижение какое-то разблокировал, хотят, наверное. Я просто не смотрю за достижениями, поэтому. Потом посмотрю, когда уже закончим записывать серию. Message for Bravo. Let me know if you spot a girl with a ponytail. Roger that. All clear here. Over. А, вот казнь. Еще одна. Здрасте, здрасте. Очень, очень тебя ждал, блин. Эта игра вообще нравится. Просто вот такой безбашенный шутер просто. Этой части была еще демо-версия, то есть как это была типа первая часть, но на самом деле первая часть это демо-версия больше, а это вот уже полная вышла. Блин, да блин. Дождя.
как вам это нравится? Shelia, how's the situation? Everything okay? No problems here. Where's the next target? There's a road just outside the temple, in the back. Head that way. Так, давайте сейчас что-нибудь лучше, потому что уже что-то я... Что-то улучшили, в общем, я что-то не понял. Ну ладно, улучшили. Так. Это, я так понимаю, мы типа возвращаемся в храм. Ну как, вот не возвращаемся даже, а... входим в храм. Who are you? Beat me and I'll tell you. You sound confident. Блин. Она нифига. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Подождите, он там жизнь восстанавливает, по-моему. Beat me and I'll tell you. You sound confident. Да ё-моё! Да...
уж ты, ниндзя с мечом. Beat me and I'll tell you. You sound confident. Secure route? You should be able to see a mountain from behind the temple. Head there.
тут. Сейчас, наверное, будем заканчивать уже, потому что... Ой, время прожимает. Так. The hurricane! Run! And don't look back! Ай, блин, крюк надо было использовать. The hurricane! Run! And don't look back! Уйди! Jump over the cliff! Да блин, там... Я просто не успеваю, тут все так быстро и ярко и вообще. The hurricane! Run! And don't look back! Jump over the cliff! Блин, ну зачем ты так сделал-то? Ладно, спокойно. The hurricane! Run! And don't look back! Уйди! Jump over the cliff! Give up now. Shelley, what's the situation? I'm okay. There are several enemy ships heading toward the black hole. We'll rethink the plan. Take a rest for now. Так, ну... Заодно проверю, записалось или нет. То есть вторая глава начала. Shelley, according to the sensors, the black hole is generating a stream of unstable pulse waves. You won't be able to use your exo unit or weapons. What do I do? Look around for something to protect yourself with. Ладно, ребят, давайте пока на этом закончим. В общем. Всем спасибо вам, ребят, большое за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. До скорых встреч. Всем пока.